Привет! Вы на канале Чем Витаете? Сегодня мы распаковываем киндеры с самолетами! Привет, друзья! Да, сегодня у нас уникальная коллекция киндеров с самолетами. Киндер Airbus. Эти киндеры нам папа привез из Duty Free. Если вы захотите посмотреть все конфетки, которые он привозил из Duty Free, то посмотрите наше предыдущее видео. И не забудьте поставить лайк. А теперь мы будем раскрывать вот эту классную коробочку. Это не просто коробочка, и она не просто так сделана. Эта коробка превратится в диораму с самыми настоящими самолетиками. Класс, да? Да. Давай теперь распаковывать. Давай. Так, попытаемся мы его распаковать. Надо делать все очень аккуратно, так как мы знаем, что там диорама, и чтобы ничего не повредить. Так, вытаскиваем и смотрим, что у нас здесь. Посмотрите, класс! 5 киндер-сюрпризов на панели управления. Здесь какие-то счетчики, какие-то он, не знаю, что это такое, шкала управления и какая-то. Сзади круто, так. И сзади круто, тебе да. Уже видно, а мне не видно. Посмотрите, и здесь тоже что-то, какие-то он выключить, включить. Класс! Ну, для мальчиков прям действительно не киндеры, а за счастье, да, поиграться с такой панелью управления. Что мы видим здесь? Сразу посмотрим коробочку перед тем, как мы начнем распаковывать киндеры. Так, вот в этой коробочке мы видим, смотрите, что. Вот сама диорама. А самолет, взлетная полоса и... Вот сюда, на вот эту вот картоночку, мы будем вставлять киндеры. Будет вот такая вот диорама с самолетиками. Круто? Да. Класс. Ну, а теперь переходим к самому интересному. Открываем киндеры. Да. Какой первый киндер ты выберешь? Вот этот. Вот этот крайний? Так, да. Давай. Он самый первый. Ого, он так еще так заделан здесь. Оп. У меня... Так, все, отлично. Открываем. Открываем наш киндер и смотрим, какой же первый у нас будет самолет. А, у нее уже ручки аж чешутся. Посмотри. А давай мы посмотрим, что у нас инструкция. Все-таки надо начинать с инструкции. И ознакомливаться с нашей коллекцией. Пока Мистима жует шоколад, мы знакомимся с коллекцией. Итак, у нас здесь есть 5 самолетиков. Турецкие авиалинии, немецкие, даже киндер-шоколад, киндер-самолет, который перевозит, наверное, киндеры, эти яйца киндеров, да? Так, вот это Сингапур аэроплан, а это Швеция или Швиз? Швиз, не знаю, что это такое, сейчас будем разбираться. Итак, первый аэробус готов. Ставим его, вот такой он классный. Следующий выбираешь киндер? Да. Ставь его пока мисс вот сюда на коробочку. Не-не-не, это не так, Тима. Сейчас тебе покажу. Так, попробуем его поставить на нашу панельку. Смотрите, вот эта штучка приподнимается. Дальше. Вот сюда надо вставить. Давай я приподниму, да. А ты попробуешь вставить его. Давай. Да, не так просто. Давай. Вот. Не-не-не-не-не, не так. Смотрите, вот эта штучка приподнимается, а сюда вставляется наш самолетик. Вот так. Наш первый самолет на нашей диораме готов. Ну что, готов к взлету, да. Ну что, открываем следующий киндер, да? Какой выбираешь? Вот этот. Посерединке который, да? Да. Давай. Оп, выскочил. Сейчас же. Открываем. Какой же сейчас нам самолет попадется? Мне самое больше интересно самолет киндер-аэроплан, который, или как он там называется?
А, киндерплейн, то есть, который перевозит киндеры. Вдруг он нам сейчас попадется, давай смотреть. Нет, другой. Другой какой-то? Да, синим хвостом. Так, ну тогда ты его собирай, а я посмотрю инструкцию. Давай мне инструкцию, посмотрим, что у нас здесь попалось в этом самолетике. Так, как всегда, с этой стороны все самолетики, а здесь... Аэробус Сингапур. Это сингапурские авиалинии. Ну что, смотрим, что оно там такое. Да. Смотрите, на фюзеляже прорисованы все-все-все иллюминаторы. Все вот до таких мелочей все прорисовано, что мальчик сразу может все посмотреть. Как же в миниатюре вот выглядит настоящий аэроплана, этот аэробус, да? Так, ну что, где его крылья? Вот они. Вот они, так, давай одно крыло собираем. Еще не так просто его собрать, я вам хочу сказать. Вроде ничего страшного, там одно крыло, второе. Так, ну давай второе теперь крыло. Надо подставочку. Да, подставочку обязательно, чтобы поставить его на нашу диораму. Так, а ну давай. Взлету готов сейчас будет, да? Да. Так, опачки. Все. И сингапурские авиалинии готовы выпустить на взлет, да? Вот такой вот аэроплан, аэробус. Класс. Да. Суперский, да? Держи. Будем... Слышите этот звук классный? Там что-то есть. А ну открываем. Интересно, что сейчас попадется? Ты за что? Ты какой хочешь? А, у нас остался турецкие авиалинии, какой-то швиз, не знаю, что это такое, и киндерплейн. Как ты думаешь, что будет сейчас? Турецкие авиалинии или... Киндерплейн. По-моему, это киндерплейн. Вау! То, что я и ждала, посмотреть на этот чудо-самолет. Класс! Давай мне инструкцию. Так. Ты пока собирай. Вот здесь крылья уже вылетают из него. А мы посмотрим инструкцию. Вот он, Airbus Kinder. Класс! Я еще такой самолет не видела. Ну, хотела бы пролететь на таком, да? Да. Хотел бы на таком покататься? Да. И я бы. Веселенький такой самолетик. Так. Получается? Да. Так, одно крыло есть. Это, наверное, самый веселенький самолетик из всех. С такими красными крыльями красивыми. А может, это и есть самолет, который нам привез эту коллекцию? Получается, у тебя крылья вставить эти? Да, вот пока подставочку, вот эту я пока ставлю, вот это я пока ставлю. Ага, вставлю. Отлично, давай. И его место на нашей супер-диораме. Какое ты ему место отведешь? Вот это. Вот с этой стороны? Ну, хорошо, давай. Осталось всего лишь два суперкиндера. Какой выбираешь, Тимофей? Вот это. Только он может сейчас выстрелить. А ну, давай. Упал. Тима, смотри, я тебя вижу. Ку-ку! Класс! Так, смотрим, что же сейчас у нас попадется. Ой, шоколад сразу разломался. Дай мне кусочек. Ммм, вкусненький. Киндер. Ням-нямка. И что у нас там лечебный попадается? Лечебный самолет. Как это лечебный? Смотрите на хвостик. Это не лечебный. Это шведский самолет. Это его флаг. И швейцарские авиалинии летят... На подставочку. Да. Сейчас. Остался у нас последний самолетик, последний киндер. Да. Раскрываем его. Да. Давай, раскрываем. Вот. О, а что это ты здесь построил? Пирамидку. Пирамидку, нормальная такая пирамидка, башенка из киндеров. Ну, давай смотрим, что же у нас здесь
будет. Последний у нас должен быть аэробус турецких авиалиний. Давайте посмотрим, какой же он. Открываем. И вот такой он веселенький, да? Тоже с красненьким каким-то. Так, ты собирай. Да. А я посмотрю нашу инструкцию. Вот такие турецкие авиалинии. Класс. Давай будем собирать. Так, я сразу беру подставочку. Ты пока не собираешь, я беру подставку и сразу ее креплю на нашу диораму, потому что мы так поняли, что сначала лучше прикрепить подставочку. Вот такой суперский самолетик, аэробус турецких авиалиний. Класс! Такой узор у него здесь красивый идет. Каждый самолетик прорисован до самых мелочей. Ну что, устанавливаем его последний на нашу диораму. Да. И достраиваем. Сейчас. И посмотрите, что у нас получилось. Супер диорама с супер модельками самолетов. Когда захочешь, Тимофей, ты можешь открыть и каждый из них поиграть с этим самолетиком. А чтобы они не пылились и не разлетелись, да, по всей комнате, они вот так вот будут стоять в этой коробочке. Держи. Самые лучшие киндеры, которые мы распаковывали. А вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Чим Витеч. И пока-пока. Пока, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Будут новые классные распаковки. Да.